Вот. Я исполню песню автора Александра Литвинова. Он же более известен как Веня Дыркин. Мы делаем фестиваль его памяти здесь 25 числа. А в четверг в 7 часов. Приходите. Это будет песенка-тизер. До нового фестиваля. Песня называется «Бесогон». Есть колхоз в моем уезде, он не малый, не великий, он такой, как все колхозы, но с одним таким нюансом. Есть в колхозе стадо бесов, есть пастух Виталий Шулер, ранним-ранним-ранним утром выгоняет их из фермы, и он гонит этих бесов вдоль оврага чисто поле и гоняет вплоть до самого обеда. Вабду-пам, пам-падим-пу, вабду-пам, подавадим-пу, вабду-пам, пам-падим-пу, вабду-пам, вабду-пам, пам-падим-пу, вабду-пам, подавадим-пу, вабду-пам, пам-па-пам-па-пам, пам-па-пам-пау. А когда обед приходит, то пастух Виталий Шулер гонит бесов к водопою, чтоб они воды попили. А когда они напьются, снова гонит бесов в поле, чтобы бесы в чистом поле друг за дружкой погонялись. А потом их гонит в стойло и ложится спать спокойно, и во сне ему приснится, как он гонит, гонит, гонит в аудопан. Пам-па-дим-пу, аудопан. Падападимпу, автопам, пампадимпу, автопам, автопам, пампадимпу, автопам, падападимпу, автопам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. А когда пастух Виталий заболеет и простынет, он не ходит на работу, он скучает и листает справочник по бесогонству, в нем нет слов, лишь маты слюни и вообще немножко девственно. Приблизительно такого. А нафига колхозу бесы, если бес не продуктивен ни по шерсти, ни по мясу, и тем более по яйцам. Вабду-пам, подавадим-пу, вабду-пам, подавадим-пу, вабду-пам, пам-падим-пу, вабду-пам, вабду-пам, пам-падим-пу, вабду-пам, подавадим-пу, вабду-пам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пау. Вот такая есть. Приходите на концерт. 25 число.